Сегодня 10 июня. Это яровая пшеница, сорт Ризо. Пшеница уже пытается выбросить колос, но даже не пытается, уже местами выбросил. Это норма высева 6 миллионов. Это ранний срок сева, 5 апреля. Был срок, даже цвести начал. Цветет пшеница. Так, 6-5 миллионов. То есть вот такой вот здесь стеблистой получается. 5 миллионов. Так, 4. 4. Четыре, она, ну, относительно невысокая. 4-3 миллиона. Рано начала класситься, и 2 миллиона. 2 миллиона. Так, и 2 миллиона. 6 миллионов. То есть такая вот разница есть. Здесь нижний ярус уже болеет. А здесь, понятно, еще пока особых проблем нет. Это максимальный фон. Средний фон. Здесь 50 килограмм диамофоски где-то и 200 килограмм селитра мячный. Ну, я просто по-быстрому показать, что разница, конечно, здесь тоже есть. 2 миллиона, 6 миллионов. И, конечно же, это вот, можно сказать, такой естественный фон. То есть предшественник здесь соя. И здесь сразу видно, что чего-то не хватает. Не хватает, конечно же, питания. Питание, есть просветы, есть вот такие вот желтые пятна в посевах. Это вполне как бы нормально. Это вполне нормально. 2 миллиона и 6 миллионов. 2 миллиона, конечно, легче справляется с этим. С этими сложностями. Так, это у нас ранний срок сева. Ранний срок сева. Следующий срок сева — это 17 апреля. Я не буду заострять внимание на каждой норме высева, просто покажу, насколько все отличается. Здесь еще нет колошения, здесь еще пока пшеница, пока флаговый лист. 2 миллиона — это максимальный фон. 6 миллионов. Максимальный фон, средний фон. На среднем фоне уже появляются колоски. А на максимальной норме, на минимальной норме в 2 миллиона пока ничего, можно сказать, еще нет. Пока флаговый лист. Но в целом-то и здесь флаговый лист, но все равно. Так, и ну, как бы естественный фон. Естественный фон, естественно, такой вот более ровный посев, желтый, 6 миллионов.
миллионов. Вот так выглядит. То есть страдает, посев страдает. А недостатка элементов питания. Это 2 миллиона. Выглядит, ну, получше, конечно. Выглядит предшественник, здесь соя. В то же время все равно, как бы, есть вот такие вот признаки недостатка питания, элементов питания. То, что без удобрений, конечно, это реакция на удобрение. То есть понятно, что на 6 миллионах посеву сложнее всего. Слишком большая конкуренция внутри культуры. На 2 миллионах полегче, но в то же время эти признаки есть и на 2 миллионах. Но пока еще вегетация продолжается. Посмотрим, как будут развиваться посевы в дальнейшем.